Доброе утро, друзья. В общем, переночевал я в Сараево, поставил палатку, но суть не в этом. Спал в палатке, спал довольно-таки нормально. Сараево расположено среди холмов, кругом холмы. Ну, я даже не знаю, где центр. Если Maps.me показывает правильно, то центр вот там. А если нет, то тогда я не знаю. Камера и телефон вот-вот сядет. Камеру вчера не зарядил. Экшн снимаю немного на основную. Но опять суть не в этом. В общем, иду сейчас потихоньку в сторону Черногории, выхожу на трассу. Ехать мне до Черногории, ну, порядка 100 километров, может 95. Не знаю, попробую завтра, послезавтра добраться. А это вот аэропорт, международный аэропорт Сараево. Расположенный, ну, почти в центре города, но, видимо, выбрано место ровное, то есть между холмов. И, говорю, город почти, аэродром почти в центре города. Ну, интересного я ничего в городе пока проходил, вот пригород. Пока тут иду, одни стандартные советские, так сказать, дома и частный сектор. Вон впереди пятиэтажки, может, вы видите, обычные, как и в России, такие же пятиэтажки. Старый город, я не знаю, по-моему, его тут нету. Да, в каком-то еще в Советском Союзе, когда был Советский Союз, здесь были Олимпийские игры. Тогда Югославия здесь была. Проходили. Ну, я не помню, то ли 80 какой-то, то ли 90. Нет, 80 какой-то год был. Я еще мелким был совсем. Ну, а пока все, иду дальше. В общем, друзья мои, пишу опять на основную, но и она уже вот-вот-вот сядет. Поэтому я в Сербской Республике, но это, то есть страна Босния. Ну, сейчас меня доехал до города Фоча, 50 там с лишним километров. Оттуда немного пешком. Ребята на старом микроавтобусе довезли еще на 5. Смотрите, красота какая. Думаю, камера это сейчас передаст. То есть горы невысокие, но красивые. В общем, ребята довозили, сказал Босния, они сразу, но Босния, Сербская Республика, это говорит, это не Босния. Ну, как говорится, хозяин, барин. Стопа пока никакого. Пробую еще стопить. 0. Ну, что сделаешь? Такая наша участь. Еще одна машина, ну, не успел. Полная. Ну, судя до границ, где-то километров 10-11. Неохота ночью, правда, не ночью, а потемно идти. Время 4:30. Ну, грубо сказать, 2-3 часа хода. Ой, ну да, 2-3 часа хода. Правда, если дорога будет более-менее вниз идти, а он впереди серпантин обозначенный, по-моему, опять вверх. Ну ладно, это обозначает у нас, по-моему, кемпинг. Ну да, кемпинг, Wi-Fi.
Ну, не думаю, что я тут заблужусь, потому что дорога идет прямая, 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 прямо до границы. Ну, есть пара ответвлений, но они незначительны, то есть их не перепутаешь. Да, вот тут бы я тоже пожил немного. Ну, а пока все. Иду на границу потихоньку, любуюсь красотами Сербской Республики. Ну, в общем, хочу сказать, племянница меня просила по возможности заехать в Черногорию. Ну, не знаю. Я говорю, загадывать я не хочу, документы подготовленные, но пустят, нет, еще вот в чем вопрос тут. Вопрос стоит, ну, объясню потом, камера садится. В общем, по ту сторону, тут вот сейчас в ущелье река бежит, по ту сторону реки, это, я так понимаю, уже Черногория начинается. Вон там Черногория, ребята показывали, сейчас тоже столяра, коллеги такие же, как и я, столяр. То есть... Они, говорят, в рафтинг-центре работают. Тут построенный рафтинг-центр. Сплав хороший, видимо, по реке. И это... Да, река бурная довольно-таки. Ну, порогов мало видел, блядь, очень мало. Но все равно. Ну вот, сказали, через километр где-то граница. А мы сворачиваем на рафтинг-центр. Говорит, извини, довезли бы, а куда нет. Кстати, когда садили, они спросили РУС. Я говорю, да, они, о, тогда можно. Видимо, с другими, ну, я бородатый. Думали, может быть, серб, боснеец, то, может быть, и не посадили бы. Ну, говорю, я русский. Они сразу же, о, Россия, Сербия, братья. Да, это я уже услышал. Ну вот, по-моему, либо еще один рафтинг-центр. Ну, буду надеяться, что сегодня я кофе буду пить уже в Черногории. Ну, ладно, друзья, камера вот-вот, уже последнее издыхание. Ну, я говорю, виды чудесные. Очень чудесно. А, кемпинг строится. Ну, тут, читайте, граница. Места красивейшие. Поэтому... И он уже, по-моему, третий попадается. Это маленький был, вообще здоровенный. Ну вот, Лера, вот и, можно сказать, Черногория. Ну, я выключаюсь. Пока иду дальше. Может, еще камера на следующий фрагмент хватит.